Отсюда я знаю только одну дорогу в полис. Через Красную площадь. Соединюсь с нашими. Расскажу им все, что знаю. А там уже и до цели рукой подать. Скоро все кончится. Здесь опасно, Артем. Не как раньше. Я чувствую. И буду с тобой. Скажу, что делать. Ты тоже их чувствуешь. Значит, тебе будет легко понять. Это центр. Все дороги ведут сюда. Вот почему они не смогли уйти. Они здесь. Очень давно. Их много. И они знают, что мы чувствуем. Thank you.
нельзя стоять. Я помогу. Не тревожь их, Артём. Иди рядом. Они давно здесь. Их много, но все они в одиночестве. Только страх и боль. Не могут уйти и хотят, чтобы с ними кто-то остался. Артём, здесь злые. Много. Очень красные. Еще один! Бросай оружие, руки за голову! С ума сойти, Артём! Да, сколько веревочки не видно! Ну что ж, раздать! Нельзя стоять! Я помогу! Не могу больше. Устал. Вперед! Уничтожить! Выполнять приказ! Я помогу видеть. Головой! Думаешь, форму сам
размечтался! И я не забыл! Скотина! Достал, гад! Не захотел по-хорошему! Не захотел с нами! Значит, сдохнешь тут! В общем, Артём, прощай! Бойцы, заканчивайте с ним! В атаку! Отомстим за товарищей! Совсем не красный, не злой. Ему просто грустно. Не понимаю. Что, нашел? Молодец. Без страха и упрека. Это еще что? Тварь, тут на меня натравишь. Герой! Так. Эксперимент на Октябрьской можно считать удачей. Вирус быстро убивает, а затем сразу теряет активность. Осталось лишь взять D6, чтобы добыть достаточное его количество, и сможем очистить все метро. Итак, товарищ Морозов, у нас всего один шанс сделать все красиво и четко. У Ордена хорошие бойцы, но их мало. Все входы им не перекрыть. Наша разведка нашла слабо охраняемый вход через Кремль. Мельник будет на переговорах в полисе. Командовать он не сможет. Тут-то мы и нанесем удар. Неделя, и наступит новая эра. Решай, уйти, помочь, решай. Здесь нельзя долго. Выживет. Вот оно какое прощение. Спасибо. Я запомню. Теперь бы только успеть. В полис, на мирные переговоры. Мира не будет. Будет война. Самая последняя. Теперь я знаю ответы на все вопросы. Пашина голова — это кладезь преступных планов Корбута.
Тут что-то странное. Погоди. Я должен увидеть. Thank you.
Она защищает детей. Осторожно. Бережет спину. Там она беззащитна. Артём, скорей сюда! Слава богу, цел. Кто это с тобой? Неужели... А это кто? Кто сюда ребенка без противогаза? Что за... Да, это он! Это он! Дитя нового мира, черный. Нет, не стреляйте, полковник! Тогда держите его подальше, а то я за себя не ручаюсь. Этот зеленый, а этот желтый. Скажи ему, что я не опасен. Он приспосабливается к людям. Артём, можно с ним пообщаться? Забудьте о страхах, полковник. Просто возьмите это дитя за руку. Ну уж нет. К тому же сомневаюсь, что от него будет толк. Но вы действуйте. Только живее, пока я не передумал и не пристрелил его.